В среду в Израиле отмечался День Иерусалима. Он посвящен воссоединению города после шестидневной войны 1967 года. В традиционном марше с флагами приняли участие несколько тысяч человек. Крупные силы полиции следили за порядком. И все же не обошлось без столкновений. Около Шхемских ворот около 30 арабок выкрикивали оскорбления в адрес проходящих мимо евреев. Женщины покинули площадь только после вмешательства полиции. Полицейские для разгона участников беспорядков применили спецсредства. Спустя некоторое время на той же площади начались столкновения арабской молодежи с полицейскими. Трое палестинцев были арестованы. В результате нескольких инцидентов, произошедших на почве национальной вражды, пострадали как арабы, так и евреи.